что я вам сейчас покажу. Девчонки, ну что, мы наконец-таки отшили еще одну бомбезную, комфортную, просто невероятно мягкую, красивую, не знаю, как ее назвать еще, и уверена, что максимально популярную модель. У нас подобная модель была в прошлом году, сняли подошву, но вы знаете, я сильно не расстроилась, потому что вот мне как будто бы вот в той подошве вот что-то всегда, что-то вот модель нравилась, но вот знаете, как это, мой внутренний перфекционист, он там немножечко щекотал мне ребра. Мне хотелось, ну, немножечко что-то в этой подошве переделать. И когда мы нашли вот эту подошву, я поняла, что теперь мой перфекционист будет спокоен. Смотрите, какие оттенки. Значит, у нас мы не смогли устоять и сделали два оттенка. Они идентичны. Один немножечко темнее, другой немножечко светлее, но вы знаете, сейчас бывают часто перебои с замшей. Российская замша вообще сейчас практически уже недоступна. Другая, там, турецкая замша очень дорогая, поэтому иногда бывает, приходится жонглировать, одну замещать другой. Но в любом случае мне оба эти оттенка очень нравятся. Поэтому мы решили запустить оба и понимаем, что и один, и второй будут шикарно продаваться. Что хочу сказать по вот этому оттенку. Это тоже новый оттенок. Мы его ввели вот в этом году. Он немножечко нежнее и светлее, чем в прошлом году. Ну, конечно же, наш любимый джинс, который это просто модель, которая, я не знаю, она популярна уже на протяжении нескольких лет, и мне кажется, что она никогда и никуда не денется, потому что, ну, это невероятный цвет, который подходит под джинсы, под светлые какие-то брюки, под платье, тоже. Под мой костюм, однако, тоже хорошо. Ну и, конечно же, белый. Конечно же, белый здесь однозначно да, потому что белые кеды – это самый спросовый товар. Что можно сказать по характеристикам самой обуви? В первую очередь, это мягкость стельки. Да, здесь снова толстая стелька, вот этот мега-комфорт, удобство. И берчики довольно низкие, дают нам возможность на широкую ножку расшнуровывать хорошо. И тогда широкая ножка, добро пожаловать, вы в этих кедах великолепно себя будете чувствовать. У меня у самой косточка не очень большая, но она у меня чувствительная. Но я, когда надела эту пару обуви, я сказала: «О, как же прекрасно моим ногам! Ничего нигде не давит, ничего нигде не тесно». То есть прям вот я вам от души рекомендую эту модель. Несмотря на высоту, вы смотрите, здесь вот обрезаны вот эти края, и они будут прям собирать весь ваш образ. Она такая обтекаемая. Как я говорила, как-то я говорила, у нас есть зефирки, а эти будут дутики, я думаю. Как мы их назовем? А эти нужно назвать будет дутики. Ребят, ну что здесь говорить? Подошва Эва, она не желтеет, она не трескается, она легкая, при всем при том, что она довольно массивная. Легко чистится обычным вот этим нашим прорезиненным ластиком. То есть преимущества, еще раз одни преимущества. Покупайте. Чем быстрее, тем лучше, потому что, как вы понимаете, как сейчас у нас на некоторые модели очередь, на эти будет такая же, потому что, ну, их тоже немного. Вы знаете, что у нас ограниченное количество обуви дается в производство. У нас не такое огромное производство, как может казаться. Многие смотрят и думают: «Да, я еще успею». У нас действительно, особенно топовые модели, разлетаются вообще просто очень-очень быстро.